Сегодня 20 марта, полное затмение солнца. Вот оно, солнечное затмение началось. Уже 12:20, уже чуть-чуть прикрывает. Вот уже луна стала сверху над солнцем. Раньше была справа, еще через час будет слева. Даже на улице как-то потемнело, как сумерки. Не так ярко светит солнце. Природное явление уже заканчивается. Больше 2 часов продолжалось. Все, уже луна прячется. Уже и на улице ярче стало. Уже следующее затмение будет в 2061 году. Это уже мне будет сколько? Это через 46 лет. Плюс 50. 96 лет мне будет. Вот доживу еще, дай бог. А уже полное затмение будет в 1126 году. Но я уже не доживу, это 100%. Столько не живут люди.